Более 30 килограммов героина изъяли российские пограничники на одном из пропускных пунктов в Астраханской области. Крупную партию наркотиков пытались провести в плацкартном вагоне поезда, который следовал в Россию из Средней Азии. Запрещенные вещества были расфасованы по пакетам. 23 упаковки с порошком серого цвета и характерным запахом спрятали в специально оборудованном тайнике. Расследование продолжается, решается вопрос возбуждения уголовного дела по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.